Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки классической, интересной колеблющейся блесне, но в то же время недорогой от компании BAT. Моделька у нас идет под маркировочкой 5008-210. Вес составляет ее 21 грамм. Расцветочка 90. Длину почему-то производитель не указывает. Ну, длина составляет в районе где-то 5-6 сантиметров. Такая вот колебалочка. Довольно-таки интересная. Форма тела, в принципе, довольно классическая. Как правило, классика это атом и подобного рода блесна, подобной формы. Ну, это по моему личному мнению, возможно, кто-то будет с этим не согласен. Сбоку, как можно видеть, блесна у нас имеет явную, скажем так, вогнутость ближе к хвостовой части. С внутренней стороны все это выглядит таким вот образом. Блесна внутри имеет гравировочку, ну, соответственно, название бренда и вес 21 грамм. Внутри у нас блесна имеет серебристый оттеночек. Внешняя же сторона покрыта в ярко такой ядовито-кислотно-зеленый цвет, провоцирующий. Блесенка у нас оснащена двумя заводными кольцами. Кольца довольно-таки немаленькие. Довольно плотные, но, в принципе, по кольцам абсолютно нареканий никаких нет. Имеется такая имитация плавничка из прозрачного пластика, имеющего розовый такой какой-то оттенок. И, соответственно, установлен довольно-таки крепкий тройной крючок. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой за данную стоимость. Не скажу, что как оунер, конечно, острота, но вполне приемлемая. То есть, в принципе, для просечки щуки вполне хватит абсолютно. Колебалочка стоит довольно-таки недорого. Качество изготовления, на мой взгляд, очень-очень неплохое. Имеется гравировка в виде чешуи, как можно видеть. Блесна в таком форм-факторе имеет довольно-таки неплохие полетные характеристики. После приводнения блесна также довольно-таки неплохо осыпается. Подойдет блесна для ловли, как правило, щуки на стоячих водоемах и на водоемах с течением. За данную стоимость блесну в случае ловли с берега, на мой взгляд, не, скажем так, страшно и потерять, в отличие от тех же профессоров, ну и прочих довольно-таки дорогостоящих блесен. Здесь изготовлено все довольно-таки бюджетно, но в то же время качество довольно-таки неплохо выдержано. Нареканий абсолютно нет. Блесну можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.